Сегодня у нас праздник, народу много, идет тренировка и некоторая степень борьба. Через неделю, 11 ноября, будет универсиада. Смотрим, как у нас там получится выступить. Надеемся на хороший результат, если всех будут, кого мы планируем поставить, квартира и другие. Go. Сегодня поставили три стола. И боремся. January 1st чемпионат Приднестровья проведем 10 февраля. Чемпионат Молдовы. А ты с кем Ваня боролся? Ветераны, видите, поснимаю, блин. Тыченко с Рома. Ой, Клава там наблюдает. Я вот чувствую, только взялся, а уже вот. Да, интересно. Здесь у нас юноши до 15 лет, категория до 55 килограмм. Один 55, другой 49 килограмм. Еще запуск. Вот что, дайте, пожалуйста. Вот. Так. Сюда, футболка. Сюда. И. Еще раз, Митя. Go! Интересно, сюда, сюда, мне надо технику работать. Стой, стой, блядь.
Народу столько, он на Днестре ходит, вроде что-то будет. Я тебя звонил, спросил, откуда будешь ехать. Отсюда я ехал. Драмтеатр. Драмтеатр. Первая часть закончена.